Пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал РТ сообщение о смерти народного артиста СССР, лауреата государственной премии дирижера Геннадия Рождественского. «Не стало легенды, абсолютно исторической личности в нашей мировой культуре. Уникальный дирижер со своим неповторимым стилем, с уникальными и интеллектуальными, энциклопедическими данными, которыми он обладал. Абсолютная магия у него была в руках. Он как будто писал картины по ходу концерта. Рождалось неповторимое озарение, которое у него было. Огромное количество премьер дирижировал, и в Большом театре, и с разными, самыми лучшими оркестрами мира. Общение со Шнитке, Шостаковичем и с другими легендарными композиторами. Абсолютный гений, мудрец, гуру в дирижерском цехе. Ушла целая эпоха, отметил Мацуев. Ранее стало известно, что на 88-м году жизни скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии России дирижер. Геннадий Рождественский. На протяжении творческой карьеры он возглавлял множество отечественных и зарубежных коллективов, в том числе оркестр Большого театра, Королевский филармонический оркестр Стокгольма и Венский симфонический оркестр.